Вот он, выезд из Киева. Старт на Offroad Free Fest. Не самый поздний выезд, еще я вам скажу. Бывает и позже. Так, друзья, Лютиш проехали, к Демидову подъезжаем. Free Fest там уже идет. Сейчас посмотрим, что там происходит. Бородач едет все-таки сегодня на Унимоге. Думал, не получится, приеду, говорит, так, на субботу. Говорю, а как же мы, как же костер, как же вечерние посиделки, как атмосфера. Не выдержал, видно, починил все. Где-то выехал уже, наверное. Так, друзья, вот мы въехали в Демидов. Люди зарабатывают, красавчики, на экологически чистой электроэнергии. Тут покатухи были, 24 часа есть оффроуд. Оторвали бородачу поворотный кулак на бомбе. До 9 утра мы только в 9 утра вот на асфальт попали. В 9 начали, в 9 закончили. Покатуха 24 часа была. На зеленой мечте это был как раз удачно. Мы съездили за поворотным кулаком. В болоте его поменяли. Есть это видео на канале, очень яркое. Незабываемое. Тоже это было 5, наверное, лет назад. И вот там мы где-то заехали там справа. По Бездору выехали. Выехали вот за этим рыночком где-то. С этих болот. Там такие торфяники жесткие. Просто нереальные. Лимузинчики к нам приезжали тогда в гости. Сейчас, тогда это было. Да, тогда это было. Саша с Русланом приезжали с Житомира. И Франц даже был, кстати. Крутой тогда. Не, Франц был, наверное, в другой раз. Но Саша с Русланом были. Крутой был тогда оффроуд. Это они тогда на лапландерах только себе машины первые сделали. Да, все, Демидов, сейчас Дымер. Покажу вам там всемирно известный шиномонтаж. Рекомендую посмотреть, сейчас покажу. Вот он, Дымер. А вон и поворот с шиномонтажом. Кто не смотрел, посмотрите, классное видео. Шиномонтажник Факир. Так шандарахнул, блин, вообще. И потом на маленькое. Это мы в Толокунь перед фестом ехали. Что-то тут закрыто. Не, Wi-Fi. Не, есть, шиномонтаж работает. Ну, вот с этой рампы колесо летело. Очень красиво было. И видео, и фотографии. Надо найти, в Инстаграм добавлю. Так, это наш поворот. Да, Сухолучье, наш поворот. Наконец мы до него доехали. Тут идеальная дорога. Так, сзади какой-то саньонг на хвосте. Такой, как у слепого. Но слепой бы уже обгонял, махал, наверное. Так, вот этот заливчик. Мы практически на месте. Вован уже нас ждет. Тут заезд есть, наш старый лагерь. Примерно известный поворот. Одиннадцатый раз я здесь, ни разу не пропустил. Какая-то Audi A4. Такая же, но не того цвета. Вот и Вован.
где-то сзади. Вон он, видите? Дружбан наш. На этой Ниве. Говорю, ну где там 35-е колеса? Он говорит, нет, я на старых. Ой, не 35-е, извиняюсь, 33-е. Ван уже позанимался оффроудом. Сейчас мы едем к нему в гости. Так, ну уже движение полным ходом идет. Он ГАЗ-69 в шикарном виде. Привет! Так, девушка теперь нам подсказывает, куда повернуть. Я, кстати, тут никогда не ездил. Раньше было, построили тут, ёханый бабай, как пыльно, видите? Отсутствие дождей неприятно. Драг-рейсинг с этой горы раньше был, вот. Но там сейчас построено. Там ФС 12-й год, есть видео. Коротенькие такие на канале. Вот это сама Толокунь, кстати. Впечатление, что колесо вроде держится. Тут кладбище. Тайный путь на оффроуд фрифест. Так, главное дерево. Привет! Да. Я тут никогда не был за 11 лет ни разу. Есть повод заехать. Ха-ха, смотрите, какой тут оффроуд. Это типа пытались перекопать, чтобы мы не проехали или что, судя по всему. Смешные люди, конечно. Так, выворот. Блин, классное место, я вам скажу. Сейчас включу одну пониженную. Это из третьей. О, это первая. Пониженную надо выключить. Привет! Что такое? Дети в шоке. Блин, классно тут вообще. Ха-ха, Вован меня привел. Там меня Суровый ждет с бандой. А я тут заехал. Смотрите, какой у вас шикарный. Привет! Вован, это ты? Yes. Без бороды тебя опять люди не узнают. Ё-моё, тут онлайн идет, слышишь? Блин, какие тут серьезные машины, блин. Вот это вас бросает, да? То Прилуки. То Прилуки, то, блин, Толокунь. То Львов, да? Привет. О, я вовремя приехал, я смотрю. А что, есть? Конечно. Ну вы посмотрели, как вы красиво ехали или нет? Мы там взагалі бачили салон. Салон. Не, ну снаружи ж по-другому. С другой стороны тоже классно. Привет. Уважайте. О, блин, я вовремя приехал. Ты что, чехлы на сидушки поставил? Говорят, уже не тот Вова. Офигеть, Вова, не, ну это вообще что-то, я тебя не узнаю. Не, ну машина выглядит достойно внутри, я вижу, красиво все, как у меня. Ну, видишь, смотри, я себе это... Новое сиденье взял? Да ты шо? Не, ну это нереально. Все, поехали, завези меня до лагеря, блин. Поэтому я ж это... Отвезешь ты меня или нет? Не в жопновой, не это.
Так. Зубы покормили меня. Спасибо им. Так что уже есть не хочется. Водички попили. Едем ставить палатку и кататься. Интересно, что там со связью. Дальше. Тут есть. Ого, тут препятствия серьезные пошли. И вот люди здесь. Полфеста здесь. Даже на Тавре. Сколько лет мы здесь? Никогда я так не ездил. Ну вот оно и Киевское водохранилище. Красивые места, конечно. Бесподобные. Классно было, когда тут не было этого. Сейчас потихоньку, чтобы людям не пылить. Пыль это основная проблема, когда вот такое недождливое лето. Вот видите, забор обгорожено. Гидрохрейсинг был вот где-то вот здесь слева раньше. Очень классное место, такое с горки. Стартуешь. И дальше внизу болото, разгонялись очень ярко. Тогда мы так снимали еще слабенько. Ребята на зуб триал приглашают 1-2. Через неделю ровно. Так, тут уже фолловеры. Привет, привет. Так, ого, тут нормально загрузились. Подрезают, блин. Привет. Красивый у вас, беленький. С расширителями, модный. Блин, какая модная у вас машина вообще. Привет, привет, привет. Ну вот она и поляна основная, где все движение будет в ближайшие 2 дня и 2 ночи. Да, видите, какая пыль. Уже где-то бородач близко, наверное. Я пока зашел в гости. Он уже где-то и рядом. Он уже Шишига Додж, вон я вижу, гоняет уже. А вот и сцена, да. Посмотрите, какой песок в этом году. Все высохло по полной. Так, что у нас здесь? Что, сразу на берег? Вон и дельфин уже. Или это не он? Нет, он. Привет! А вот и этот всемирно известный берег, друзья. Смотрите, я вас с онлайном привез прямо сюда. Тут и патриоты. Ну что, тут хорошо уже. И легковые, все тут есть на месте. Блин, у меня хабы не включены. Вот и берег. Ну нормально тут в этом году. Что, надо хабы включать идти. Протестировать машину. Смотрите, красота какая. Первое фото. Вот тут все катают. Вот и Субару есть. Подожди, не надо. Ну что, едем в жесть. Зажали со всех сторон. Привет. Шлем нашелся. Да ты шо? Шлем твой нашелся.
Я же ведро пластмассовое купил. Купил, да? Пластмассовое ведро купил, душку сюда утил. Так а где же я проехал, не застрял, куда ехать? И там нема себе застрял, вот там. Вот там за кущом проверь. Да не, я туда не поеду. Пошел, говорит. О, блин, какой известный человек. Привет. Ты сам или нет? Наташу не посадишь? Не-не, подожди, я на разгрузку сначала. Да, ты только приехал? Да, я только приехал. Так, друзья, ну вот Толокунь. Тут уже самая жесть началась. Так, я включил, вроде все включил. Сейчас протестируем нашу машину. Утонем или нет. Вещами тут я сильно нельзя брызгать. Ну пока едем. Ну по-нормальному мы заехали на фест в этом году. Классно. Вова тут. А вот еще один Вова. О, привет! Приветствую, дорогой! Что-то вы запизнились, столько да, блин, да, много, да? Ну, машина же, видишь, пока починили. Здравствуйте. Пока память освободили полдня тут, блин. Здравствуйте вам. Привет. Не хватает, не уезжайте. Сейчас я пойду выгружусь, я только еду это. А, еще даже в лагерь есть? Да, вон палатка, ну, вещь. Этот, спрашивает Олег проехать по этой яме, чтобы я был готов. Я готов. А где яма? Ну вот это злая вот здесь. Вот это? Ну да, ты можешь выйти, он будет ехать вот сам, и ты будешь идти за ним. Блин, я очкую. Давай видео больше, Рус. Сейчас все будет. Я только тебя и смотрю. Сейчас все будет. Серьезно? Онлайн он идет, кстати. А я тут застряну? Здесь нет, вот там вот есть. Как раз для УАЗа колея. Так, ну тут хорошо. А вот и 131-й кого-то спас. Ой, 131-й, 157-й. Ой, это какой-то новенький. Вы недавно в оффроуде? Да. Первый раз? Да, где ездите? Куда поехали? Вот туда, говорят, там хорошо. Так, а вот и ЗИЛ. Ого! По-серьезному там он едет. Захара у нас еще не было в кадре. Так, бокал сзади. Ха-ха, не может догнать меня. Так, а где Захар проехал? Ого, там я могу застрять. Нет, тут легко. А вот и слепой уже приехал. В общем, движ такой. А вот и Запорожец есть, блин. Вон и Запорожец. Серьезная техника. Ну такое начало веселое. Ушел. Ха-ха-ха, жесть. Так, давайте посмотрим, как Вова ездит. Так, Вова пошел по самой жести. Ого. Ого! Это Нива, друзья, это не шутки вам. Вы видите, связь такая. Что там, чуть не проехал, да? Не сидит еще.
Вправо, Калин! Во, вправо руль, да! Красавчик, вы видите, что творит? Сейчас я вам покажу, подождите на... Самому хоть бы не застрять. А то позор будет, Нива проехала, мегаваз застрял. Так, ну надо в лагерь поехать, вещи выложить, и потом можно кататься. А вот и 157-й присел. А вон яма самая жесткая. Вот эта яма, про которую говорил. А, Игоречек сидит. Да, в лучах заката шикарные кадры. Андрюха, это ты? Да, я начал переживать за тебя. Привет, все? Все нормально. Я тут, я тут. Так, друзья, ну. Вот это колесо. А это вообще.